Всем привет, друзья. Вон еще место. Приехали, да? Приехали, наконец, интернет на Ладогу. Интернет не ловит, а то вон сколько машин. Хотя будний день, понедельник, казалось бы, да? Угу. Никого не должно быть. Много машин там. Протяженность, наверное, метров 200 точно есть. Вот. Сейчас переоденемся и двинем в бой. Ну что, друзья, пробираемся. Из дебри камыша. Вперед к Ладоге. Вот. Встретили сейчас двух мужиков. Они нам сказали идти на 3 метра. То есть не надо сильно далеко уходить. Идете километр 2, идете по основной тропе. Потом идете чуть правее. На 3 метра в сторону Кабона. И там вам будет счастье. Сейчас проверим, конечно. Но мы в любом случае будем двигаться. Если ничего не найдем, будем двигаться и дальше, глубже. Пока не найдем своего окуня. В общем, идем уже около часа по основной тропе. Вот. Вот наконец в тумане увидели толпу дальнюю, о которой мы говорили. Все здесь ловится окунь. Посмотрим, как он тут ловится. Вот. Что, друзья, пройдено уже порядка 5,5 километров. Лунок пробурен херова туча. Лед 0,5 метра. Вот, поклевок пока я не видел. Но мы боремся. Продолжаем искать и надеяться на то, что полосатый разбойник все-таки соизволит клюнуть на одну из наших приманок. Давай, полосатик, не подведи. Не просто же так мы сюда тащились только. Полтора часа ехали. Полтора часа шли. Надо, нам нужна рыба. Ловили там, ничего не поймали, ни у кого ничего не было, да? Видно, что вон все смещаются в той толпе, в одну большую кучу, ну и мы туда же. Посмотрим, что там будет. Ребят, попался окунёк такой, более-менее пищевой. Будем дальше ловить, наконец-то.
Падал на камеру, отказывается брать. Как всегда. Не, стучит. О, на камеру взял. Ну это что такое? Пиписька, я тебя отпущу. Гуляй давай. Таких мы не берем. Ага, маленький совсем. Ух ты! Ах, блин, сошел. Да хер его знает. Я вначале блесной большой, потом балансир. О, есть. О. Есть еще один. Ну, более-менее. А? Ну да, иди. Давай, братан, еще. Не зря столько, не зря 6 километров сюда шли. Я думаю, ничего не будет. Хотя бы что-то. Ну, выше берет. Главное, блин, конечно. Где-то, наверное, в метре от одна. Херачит. Все, что ли? Больше не хотим брать. Ой. Ну давай. Малыш. Эх, малыш, малыш. Пущу тебя. Давай, иди обратно. Как всегда, камеру отключил и опять клюнул. Мордатенький тоже попался. Кусочек. Красавчик. Так. Положим к остальным. Дальше. Это редкие поклевки очень, на самом деле. Капец. Сейчас уже, наверное, часа 4. Продвинулись ближе к берегу. Вот. Какие-то поклевки начали случаться единичные. Вот. Посмотрим, что дальше будет. На камеру он, конечно, особо не любит клевать. Вот. Сзади народ сидит. Сюда. Чё, Дим, есть что-нибудь? Дим, есть что? Мне тоже пока.
Можно еще дальше пойти попробовать. Можно еще дальше попробовать туда. Ой, есть! Ё-моё. Он даже не клюнул, он просто сел. Ё-моё. Только я хотел уходить. Придется еще засидеться. Ладно, оставим еще. Блин, он вообще не клюет, он просто садится и все. Обратно.